Так, ну что ж, снова всем привет, с вами вновь Даридий, мы играем в оплот Клановые Войны. Так, в прошлой серии мы с вами Битву Королей играли и прокачали с вами Оазис. Смотрите, какой он уже большой у нас, наш Оазис, очень красивый. Давайте в него войдем. Так, если улучшать, смотрите, уже какие они ставят брутальное здоровье. Пока 360, а будет 440, кажется. Так, и все у нас улучшатся. Ну, мы пока что не будем. Пока что нам и так неплохо. Давайте посмотрим, что у нас тут. Мы сегодня с вами поиграем в Цитадель Смерти. Вот, но перед этим давайте немножко тут пошаримся. А, так, улучшение. Зачем нам улучшение? Уровень плюс 1, урон плюс 8. Ну, пускай улучшается. Нам надо с вами, кстати, купить. А, так, нет, я не этого хотел купить. Заклинание хотел купить с вами. Где она? Где лаборатория вообще наша? Я уж не помню, где она. Так, можно с вами вот этих улучшать. Я бы хотел, конечно, вот... Да вот это улучшить, требуется мощь 150, а у меня мощь 22 всего лишь. То есть мне сначала нужно вот эту прокачать, чтобы не было мощь 150. Но они слишком слабые, это вообще 180 должна быть мощь. Наложение чар, допустим. У меня нет вот этих, вот этой пыли. Способности всякие. К сожалению, нету пока что возможности. Так. Таверна. Лаборатория. А где создавать-то я уже забыл. Стоило. Так, тут нас нанимается. Рекрутов плюс 4 будет. Так, ладно, мы так неплохо. Пекарня. Будут больше хлеба давать. Так, прикольно бы, если, конечно, мы... В принципе, смотрите, нам не так уж много осталось до нового, значит, наносит урон всем врагам и вызывает оглушение. Мощь 108 должно быть. Мощь плюс 7, допустим, если его прокачать еще. Плюс 5, плюс 5. Так, мощь плюс 3. Это значит, мощь по плюс 3 у нас будет прибавляться. Требуется таверна 4 уровня. 120, блин, я не знаю, успею его прокачать, нет? Хочется, конечно, нового купить. Мощь плюс 7. Ну давай, 180 нагонит, нет, интересно. Чуть-чуть осталось совсем. Мощь плюс 2. Ускорим. Блин, 4 уровня нужно. Таверна, по-любому нам. Скорее всего. Хотя нет, смотрите. Все, мощь 180. Фуф, круто, ребят. Это, значит, у нас сейчас будет брутальный чувак. Мощь плюс 33, здоровье плюс 208. Атака плюс 40. Защита плюс 40. Твою ж мать, нифига себе, какой брутальный чувак. Ну а до следующего нам очень далеко, конечно. Иммунитет к отрицательным эффектам. Нифига себе. Ну, в принципе, он и так у нас уже эпичный. Ему уже некуда. Пускай пока такое и будет. Мы больше не будем кристаллы тратить. И теперь можно в Цитадель Смерти поиграть. А, нужен хлеб для этого.
Мне пока что немного хлеба есть. Так, берем нашего героя. Так, в бой. Посылаем врагов. Врагов с наших союзников. Нифига себе, смотрите, они какие мощные. С ними не так-то просто. Ну-ка, а я теперь какой? Я теперь по троим бью. У меня атака 280. Здоровье у меня тоже дофига. Давайте проверим. Нифига себе. И плюс оглушение. Это очень круто. Это нам очень поможет в бою, конечно. Все пропускают ход. Это нам на руку. И опять я хожу. Блин, сейчас вожак вышел. Какой он тоже мощный. Давайте вожака бомбить. Нифига он мощный, блин. У меня, я тем более без эффектов всяких. Отравление это хорошо, конечно, что у него. Наша птичка может. Еще одно отравление, отлично, двойное отравление. Блин, погибло. Давайте, нифига у них, смотрите, мечи какие брутальные. Да когда ты сдохнешь-то? Да я не про тебя, не про птичку. Про скелетов. Мощно. Неужели первый мы сделаем? Думаю, второй мы уже навряд ли пройдем. Они все сдыхают, как мухи. Нам надо собор, ребят, с вами делать. Без собора нам будет сложно. А если у нас будут чуваки воскрешать наших, то мы с вами далеко продвинемся. Добыта печати Майя. Можно поделиться. А что я могу за печати Майя, интересно, покупать? Давайте посмотрим. Давайте в лавку пойдем. Так, календарь Майя можно... А, нет, вот. Так. Могу, печати Майя я могу за кристаллы менять. Мавзолей Майя, победить в последней битве. Кусает врага, наносит тяжелые увечья. Победить в шестой битве нам дадут статую богини. Победить в последней битве, в последней битве. Нам хотя бы в шестой бы победить. К описанию. Блин, сколько мне хлеба-то надо? Мне хлеба-то совсем чуть-чуть. Раз, два, три, четыре, пять. Вот шестой мы победим, будет круто. 40 хлеба, но 40 хлеба у меня есть пока что. Так, ну я также, наверное, выставляю. Нет, вот так сделаем.
Конечно, бы еще одних прокачать, не знаю, может быть, лучниц. Нифига себе. Да сколько ж... Какого здоровья-то? Почему они так быстро убили меня? Управление, конечно, хорошо работает очень. Я думаю, чувака по центру надо бомбить пока что. Отлично. Смотрите, она еще жива, хотя вроде как бы умерла. Странно. А, нет, это вторая. Я перепутал. Главного героя бьют. Нехорошо. У него броня мощная. Это очень хорошо. О, плюс щит дал. Молодец. Это надо почаще выпускать. Твою ж мать. Хорошо, я тебя попробую убить. А я тебя, блин, нет, смотрите, не хочет умирать. Вашу ж мать. В него-то осталось сколько? 13 здоровья. А убить его некому. Ну-ка, а ты? Сколько у тебя здоровья-то? Нифига себе. Где моя свита-то? Тоже совсем ничего остается. Я надеюсь, что тот чувак сзади меня прикроет, убьет его. Хрупкость, отлично. Живи, живи, давай. Твою ж мать. Это подстава. Ну это-то я завалю. Вот этого навряд ли. Проиграли мы. Новая акция. Покоритель Майя. Остался один день. Покоритель пиратов 1 на 272 часа мобилизует вашу армию для борьбы с отрядом пиратов. Увеличивает атаку, защиту и здоровье ваших бойцов в битве с ними на 100. Также много еды и рубинов. Так, ну хлеба у меня пока что нету. Я не знаю, если улучшать их. Где они, кстати? Максимальный уровень юнитов. Так, нам надо сюда, по идее. Да нет, ёлки-палки. Я уже запутался. Допустим, если лучниц раскачивать. А, так, смазывать стрелу ядом не может быть целью. Атак, эффект снимается после первой атаки юнита. Ну-ка, а ты, если будешь брутальным, лишает противников возможности использовать заклинания. Так, а воин, если? Повышает атаку союзников и понижает защиту противников. Ну, круто тоже. сто пятьдесят, значит, должна быть мощь. Мощь плюс 2. Плюс 3. Плюс 2. Долго же мне раскачивать ее придется. Ну, прокачать можно немножко. Хоть лучниц давайте. Хорошенько прокачаем.
пока что больше не можем. Так, мощи не хватает нам. 44, надо 150. Но все равно хотя бы посильнее стали. Пока что ничего не буду использовать. Потом с вами опять попробуем в битву королей поиграть. Давайте, не знаю, миссии пройдем, что ли. Восьмой у нас уже. Так я даже не знаю, я справлюсь, нет, интересно. Давайте попробуем вообще оценим ситуацию. Как у нас по миссиям получается, нет, проходить. Смотрите, какой грозный. Меня оглушили. Твою ж мать. Опять оглушили. Да что ты будешь делать-то? Самого главного героя оглушили. Чем больше у него здоровья, тем больше отравления, я так понимаю. Давай уже уходи, ну наконец-то. Сейчас по всем влупит. Отлично. Мне бы еще героя прокачать на максимум. Было бы вообще шикарно. Не знаю, хватит ли мне кристаллов. Так, круто, но это я прошел. Так, таверна, значит. А если я таверну лучше? За 80. Так. Нужно 350 мощи. Здоровье плюс 104. Здоровье-то нам понадобится. Мощь плюс 5. Ну, до 350, я думаю, не дотянет. У нас он брутально уже какой. Мне бы какие-нибудь чары бы наложить на него. По сути, сто еще мощности ему нужно. Плюс 6 мощности дает. Плюс 5, плюс 5. Закрыт пока иммунитет к отрицательным эффектам. Это очень круто, кстати. Требуется пятый уровень. Я думаю, 1000 кристаллов мы пока что оставим. Может быть, там еще пригодится они. Блин, конечно, хотелось бы этого героя открыть. Лунное гнездо. Лунные камни можно добывать, сражаясь против лунного босса. Позволяет значительно увеличить характеристики персонажа. А где мне с ним сразиться, с лунным боссом этим? Надо в клан вступить опять.
Давайте поднимем заявку на какого-нибудь мощного. Куда я могу? Так, недостаточно влияния. Мне какую-нибудь мощную, конечно, бы. Тут-то нифига себе, какие они брутальные. Так, отлично, давайте заберем награду. И новое задание. Давайте пройдем его. В принципе, я думаю, не будем тебя, хотя нет, тебя возьмем и тебя, наверное. Я думаю, так мы должны справиться. Пока что хватит. Кость, нифига себе, они мощные, да? Хотя нет, по характеристикам не такие они уж мощные. Ух ты, нифига, я разом их всех завалил. Отлично. У меня 21 уровень, как я уровень зарабатывать? Влияние хорошее у меня, в принципе. Ну-ка, давайте еще раз попробуем все-таки. Может, сейчас мы победим. Три дня осталось до завершения. Почему-то я не могу играть, странно. Давайте в миссии. Ну-ка, 40-й, давайте я попробую. Попробую просто один пройти. Справится он с ними, нет, интересно. Так-то у меня достаточно мощный. Значит, молодец. Вообще один, да, справляется. Говорят, один в поле не воин, но это не про меня. Ну ладно, давайте на этом закончим серию. Ребята, если вам нравится, ставьте палец вверх, поддерживайте видео. Если видео реально будет набирать много просмотров, мы с вами будем продолжать играть в эту игрушку и проходить уровни. Ну, пока что я с вами прощаюсь. Всем удачи, ребят, всем до скорого. Пока-пока. Не забывайте ставить палец вверх, ребят.